Так, продолжаем вязать, меня там прервали. Ну, так, вот дальше. Здесь мы связали 3 столбика, 3 воздушные. Так, теперь здесь я вяжу 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушные петельки. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 3 воздушные петельки. И опять вот здесь вот вяжем опять 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 2 воздушные петельки и опять сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два и три. И 3 воздушные петельки. Так, вот таким вот образом у нас расширение здесь. Таким образом у нас должно получаться. Так, и опять дальше продолжать. Опять здесь у нас одна арочка. Здесь у нас повтор вот этого узора. И так далее до конца ряда. Так, вот мы подошли к концу ряда. Теперь. Так. Здесь у нас по одной арочке осталось на ананасе. И теперь вот этот элемент я связала. 3 столбика, 3 воздушные, 3 столбика и 3 воздушные. Теперь вот здесь вот вяжем. Вот из этого элемента. Вот из этого элемента вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 2 воздушные петельки и сюда же 1 столбик с накидом. Теперь вот из этого элемента узора вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушные и сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и три. И кромочный столбик наш мы вяжем изначала по нашей планочке. Так, из петельки. Так, из петельки мы ее вяжем. Такой столбик. Так, 3 воздушные петельки, переходим на второй ряд, на следующий ряд. Теперь как мы дальше вяжем? Опять этот элемент планки, вот нашей планочки, вяжем без изменений. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушные и еще 3 столбика с накидом сюда же. Раз, два и три. Опять мы не делаем никаких воздушных петель, ничего, переходим вот сюда. И здесь у нас на ананасе, здесь у нас 9 было, нам нужна половинка, так как это нечетное число. Значит, возьмем, если 9 пополам, ну, 4,5, округляем, будет 5 столбиков. Вяжем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре и пять. Это у нас половина ананасика будет. И 3 воздушные петельки.
таким вот образом вяжете. И последний элемент вот этот провязываем. 3 столбика. 1, 2 и 3. 2 воздушные петельки и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И 3 воздушные петельки. Так, вот эта часть у нас должна выглядеть вот так вот. Здесь у нас 5 столбиков с накидом. Как видите, здесь нету воздушных петель, сразу переход на эти столбики. Так, дальше. Теперь 3 воздушные петельки мы сделали. И у нас уже ананас закрылся. У нас только одна будет соединительная петелька. Вершина ананаса и 3 воздушные петельки. И переходим вот на этот узор. Так, 3 столбика с накидом. Два, три, 2 воздушные и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. Так, вот эта часть, как видите, вот я провязала 3 воздушные, здесь соединительная петелька и 3 воздушные, переход вот этот элемент узора. Так, дальше вяжем вот отсюда, мы будем вязать ананас. Значит, вяжем 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И 3 воздушные петельки. И переходим вот на этот узор. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Так, 1, 2 и 3. 3 воздушные петельки и соединительная вершину нашей последней арочки. И 3 воздушные петли. И дальше уже будет повтор. Вот таким вот образом выглядит наш следующий ряд. Значит, опять вот этот элемент у вас будет повторяться вот на каждой вот этой вот, на каждом вот этом узоре. А над ананасом у нас, как видите, вот одна арочка, мы ее просто вот такой соединительной петелькой вяжем. И вот так вот вяжите до конца ряда. Так, теперь вяжем вот конец нашего ряда. Так, вот провязала я, значит, соединительную, 3 воздушные петельки, 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. И теперь дальше. 3 воздушные петельки мы связали. Теперь здесь, вот из этого отверстия, вот так вот хорошо покажу, вот отсюда вяжем 5 столбиков с накидом, то есть половину ножки нашего ананаса. 2, 3, 4 и 5. И сразу же без воздушных петель переходим вот сюда. Здесь опять вяжем кромочные элементы узора. 3 столбика с накидом, 3, 2 воздушные,
и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два и три. И кромочный столбик наш вяжем таким образом. Таким вот. И 3 воздушные петли на подъем и переходим на следующий ряд. Теперь следующий ряд с этой стороны, как мы будем вязать. Опять этот элемент без изменений. 3 столбика с накидом. 2, 3, 2 воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и три. Теперь здесь вот у нас половинка ананаса, значит, да? У нас было 5 столбиков, а на следующем ряду у нас будет 4 столбика с накидом. Вяжем 1 столбик, воздушная петля, 2 столбик, воздушная петелька, 3 и 4 столбик и 3 воздушные петельки. Вот таким вот образом свяжите. Дальше переходим на вот этот элемент. Опять 3 столбика с накидом вяжем. Раз, два и три. 2 воздушные петельки, сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два и три. И сразу же без воздушных петелек переходим вот на этот узор. То есть мы заканчиваем наш ананас, закрывая его вот этими элементами узора. Раз, два, три, 2 воздушные и сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 3 воздушные петельки. Вот таким вот образом надо будет связать наш узорчик. А дальше уже вот здесь вот у нас пойдет повтор. Здесь у нас, как вот здесь вот, на втором ряду у нас будет 8 столбиков с накидом и воздушная петля между ними. Это у нас ананас начинается. Это место вяжем как здесь. То есть соединяем их таким вот образом. И дальше вот до конца ряда так провяжите. Так, вот я подошла к концу ряда. И теперь эту сторону, как мы вяжем. Так, вот я провязала, вот здесь вот соединила наш ананасик, закрыла. Теперь 3 воздушные петельки. И вот здесь у нас половинка ананаса опять. И здесь у нас вяжем 4 столбика с накидом. Так, раз, воздушная петля. 2, воздушная петелька. 3, воздушная петелька. И 4. 4, здесь воздушную петлю не делаем и сразу переходим вот к этому элементу. Вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два и три. И 2 воздушные петельки. Сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два и три. И кромочный столбик у нас вот отсюда пойдет. Вот такая вот история.
поднимаемся 3 воздушные петельки, поворачиваем вязание. Теперь вяжем столбик с накидом сюда. Раз и два и три. 2 воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и три. Теперь здесь нам нужно арочки связать. Теперь мы вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки. И вот соединение делаем. Вот у нас 3 здесь отверстия. Вот в первое. Так, вот так. Соединили. 3 воздушные петельки опять. Соединяем следующее отверстие и еще одну арку. 1, 2, 3. Еще одна арочка. 1, 2, 3. Таким вот образом вяжем и дальше переходим вот на эти элементы узора и вяжем вот отсюда. 1, 2 и 3. 3 столбика с накидом. И из следующего элемента опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Таким вот образом. Опять 3 воздушные петельки. И здесь уже, как обычно, мы вязали арочки над нашим ананасом. 1, 2, 3, 4. И 6 арок у нас. 1, 2, 3. Так, вот здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 арочек. Так, и переходим на этот элемент. Опять же вяжем вот отсюда 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И сразу в этот элемент опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 1, 2, 3. Это уже мы пойдем на этот ананас. Вот такая вот история у вас должна получиться. Таким вот образом. И так вот вяжите до конца нашего ряда. Так, вот подходим к концу ряда. И теперь вот я соединила, на месте соединения последний элемент связала, 3 воздушные петельки. И опять вот здесь у нас половинка ананаса, на нем арочки вяжем. Так, соединение сделала. 1, 2, 3 воздушные петельки, 1 арочка. 1, 2, 3, вторая арочка. И 1, 2, 3. И сразу переходим к вязанию вот этого элемента. 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 2 воздушные петельки и 1, 2 и 3. И кромочный столбик у нас идет отсюда. Раз, два, три воздушные петельки. Теперь на этом уровне мы будем делить наш
нашу кокетку вот связанную мы будем делить уже на там рукава и саму вот эту вот нижнюю часть. Как мы это будем делать? Смотрите, у нас всего ананасов 1, 2, 3. Так, сейчас посчитаем, сколько у нас ананасиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот у нас четное число. Мы делим как? Вот у меня будет 2 на передней полочке, 4 на спине и по 2 на рукава. В общем, делите так. Получается 4 на спине, 4 на передних полочках и по 2 на рукава. Таким вот образом делим. И теперь как мы будем здесь все это распределять? Как мы будем вязать? Сейчас я вам буду все подробно покажу. Так, провяжем наш вот этот кромочный ряд. Так, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Переходим на вот эту арочку. Так. Подождите, нет. Вот в эту арочку вяжем. Соединяем. 1, 2, 3. И еще в одну. Таким вот образом. 3 воздушные петельки. Так, теперь вот отсюда, вот где у нас соединение, вот это отсюда вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные. И опять сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И 3 воздушные петельки. Так, таким вот образом. Теперь вяжем опять наши арки над ананасом. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три. Теперь опять вот здесь вот вяжем наши 3 столбика. 1, 2 и 3. 2 воздушные. 1, 2 и 3. 3 воздушные петельки. Так, вот, так мы провязали. Теперь мы будем делить. Так, делить на полочки, спинку и на пройму. У нас будет пройма. Как мы это будем делать? Вот я провязала вот крайний, вот этот элемент и вот этот ананасик. И вот подошла вот к этому элементу узора. Здесь вот вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И теперь вяжем 15 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 воздушных петелек. Теперь вот смотрите.
Вот у нас будет, здесь следующий ананас будет, вот на этом узоре и вот на этом. Их мы пропускаем, это у нас на рукавах будут. И вяжем теперь вот в следующую. В следующем будем вязать 3 столбика с накидом. Так. Так, у меня нитка скользит. Так. Раз, два, три. Две воздушные петельки и 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Сейчас я вам еще покажу 3 воздушные петли. Вот смотрите, опять внимательно, как я тут разделила. Вот у меня вот это пойдет на узор. Вот видите, у меня здесь на этом ряду один ананас, второй и третий ананасик. Так. А впереди у нас один здесь и вот здесь половинка. Вот на этом уровне. Вот на этом уровне мы соединяем. Вот это у нас будет проймочка. Еще раз внимательно посмотрите, так у вас или нет. Так, от края половинка, вот один, два, третий ананас, четвертый, и вот здесь вот в этом элементе мы соединение делаем и дальше вяжем. Так, теперь нам нужно второй рукавчик. Раз, два, три воздушные петли, здесь по узору будем вязать. Так, раз, два, три, раз, два, три, воздушно. Здесь у нас 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Раз, два, воздушно. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 3 воздушные петельки. Опять арочки вяжем. 2, 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И здесь. Вот у меня здесь ошибка. Я вот просто поленилась и распустить, поэтому ничего страшного, бывает такое, не только у опытных, не только у начинающих, но и у опытных, но ничего страшного. Я просто провяжу свое, должно быть вот так вот, да? Вот я здесь провяжу как положено дальше. 3 воздушные петельки, 2 и 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Так что вот это вот у меня просто скроется, моя ошибочка. Но вы старайтесь не делать ошибки. Я просто немножко съехала. Так, опять мы вяжем арочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Так. Так, еще нам
это легко. Еще один узорчик вот этот вот закончим, потом второй рукавчик будем делать. Два, три, раз, два и три столбика. Два, три, раз, два, три. Опять наши арочки. Раз, два, три. Раз, два, три. Но здесь я не замедляюсь, потому что это все повтор идет. Поэтому мне главное подойти к нашей пройме. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот я подошла к нашей проймочке. Так, вот здесь вот провяжем наши три столбика. Две воздушные петли и еще три столбика сюда же. Раз, два и три. Так, вот я провязала от вот этой вот части. Один ананас, два, три, четыре ананасика. И теперь я буду опять вязать. Так, подождите. Я опять ошибаюсь. Так, у нас здесь должно быть с краю один ананас на рукаве. На рукаве у нас должно быть три ананаса. Значит, здесь сейчас вот это у нас пойдет на пройму, на полочку. Здесь у нас на пройме. И на рукаве раз, два, вот третью я лишнюю связала. Вот отсюда будем. Так, вот теперь считаем. От вот этой части у нас раз, два, три ананаса. Три ананаса. И теперь вяжем. Вот. У нас раз, два, три ананаса и 15 воздушных петелек вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пропускаем. Раз, два, три ананаса. Это у нас рукавчик. И за третьим ананасиком вяжем три столбика с накидом. Раз, два и три. Две воздушные и раз, два, три столбика с накидом. Три воздушные и опять наши арки вяжем. Раз, два, три. Два, три. Раз, два, три. Два, три, три и раз, два, три. Так, здесь у нас опять три столбика с накидом. Раз, два, три, две воздушные и подходим к нашей последнему элементу узора. Это у нас половинка ананаса. Сейчас будем вязать. Раз, два, три. И вот здесь вот арочки у нас. На половинке ананаса. Раз, два, три. Одна арочка у нас. И переход. Раз, два, три. И вяжем последнюю нашу. Наш элемент. Раз, два и три. Две воздушные, три столбика сюда же. Раз, два, три и кромочный наш кромочный столбик. Раз, два, три. Давайте посмотрим теперь, что у нас как распределилось.
Так, вот совмещаем наши вот эти вот части и совмещаем вот эти вот части. Так, здесь у нас. И вот смотрите, теперь что мы будем дальше делать. Так, теперь мы будем вязать только вот эту вот нижнюю часть. Здесь мы добавим по одному ананасику и дальше будем вязать только эту. А потом, может, возможно, будем вязать рукавчики, а можно и оставить вот эту часть просто без изменений, просто будет спущенный такой рукавчик. Итак, поворачиваем вязание и вяжем дальше. Так, теперь вяжем нашу кромочную, этот элемент узора. Раз, два, три. Две воздушные, три столбика. Раз, два, три. Теперь раз, два, три воздушные петельки и соединяем вот с этой вот нашей арочкой. И три воздушные петельки таким вот образом. Теперь дальше вот из этой вяжем, вот из этой, из этого элемента три группы по три столбика будем вязать. Раз, два, три. Две воздушные, еще три раза по столбику с накидом. Раз, два, три. Две воздушные и опять сюда же еще три столбика с накидом. Раз, два и три. Таким вот образом мы будем расширяться к нашему ананасу, вернее, да. Раз, два, три воздушные, вяжем наши арки на ананасе. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Так, вот подошли к этой нашей части. Теперь здесь, опять же, здесь у нас расширение будет идти. И вяжем три столбика сюда. Так, раз, два и три. Так, две воздушные петельки и сюда же еще три столбика с накидом. Раз, два и три. Две воздушные петельки и сюда же еще три столбика с накидом. Раз, два и три. Теперь эту часть вяжем так. Раз, два, три воздушные петельки. Теперь здесь у нас где-то в серединочке вяжем раз, два, три столбика с накидом. Две воздушные петельки и опять сюда же три столбика с накидом. Раз, два и три. Вот таким вот образом. И три воздушные петельки. Раз, два, три. И переходим вот сюда, на этот элемент. Три столбика с накидом. Раз, два,
3, 2 воздушные, сюда же опять 3 столбика с накидом, 1, 2 и 3, 2 воздушные, и сюда же еще 3 столбика с накидом, 1, 2 и 3, 1, 2, 3, так. Вот такая вот часть у нас это подпроймой получится. Таким вот образом. И дальше вяжите опять у нас арки. Вот здесь вот расширение опять как вот здесь. Вот на этом месте. Опять арки, опять расширяемся. И здесь точно так же свяжем вот как на вот этой пройме. То же самое. Повторяться не буду. В общем, точно так же по середочке свяжите вот такую группу. Такой вот элемент. Так, вот я провязала вот вторую проймочку точно так же, как и здесь. И подошли мы к краю нашему. Здесь вот у нас опять идет на расширение 3 группы по 3 столбика с накидом, между ними по 2 воздушные петельки. Вот 3 воздушные петли соединила вот с одной арочкой нашего половинки ананасика и 3 воздушные петельки. Дальше делаем кромочный наш вот этот элемент узора. 1, 2, 3, 2 воздушные, сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3, и кромочный столбик. И воздушные петельки, опять поворачиваемся и здесь вяжем как так. Вот этот элемент мы вяжем опять без изменений, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные и 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь 1, 2, 3 воздушные петельки. И здесь мы что делаем? Здесь мы будем вязать, сразу переходим на вот этот узор. Вяжем 1, 2 и 3 столбика с накидом. Таким вот образом. 2 воздушные петельки и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 1 воздушная петелька, 3 столбика с накидом из следующей вот этой дырочки. 1, 2, 3, 2 воздушные и 3 столбика с накидом сюда же. 1, 2 и 3. 3 воздушные петли и опять арочки вяжем на нашем ананасе. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И последняя арка у нас. 1, 2, 3, и опять вяжем вот это наше расширение. Так, 1, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 1 воздушная. И еще следующие 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. 2 воздушные петельки. И сюда же опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И 3 воздушные петельки. Вот эту мы вяжем без изменений.
3 столбика с накидом. Раз, два и три. Раз, два. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два и три. Раз, два, три. Так, вот таким вот образом. И вот так вот вяжем до конца ряда. То есть вот здесь вот мы делаем расширение под проймой. Здесь такая же история, без изменений. У нас будет пока линия идти, пока у нас не подойдем к месту, где мы здесь будем ананас добавлять. Вот таким вот образом. В общем, вот здесь точно так же вяжете. Повторяться не буду, а узор повторяется. Вяжите до конца ряда также. Так, тот край точно так же закончите, как и здесь. Вот здесь вот зеркально точно так же свяжите и этот. Итак, вот я до конца связала. Здесь вот тоже повторяться не буду, просто поднялась наверх. Теперь дальше вяжем. Дальше у нас опять же здесь без изменений 3 воздушные петли после вот этого вот ряда. И вяжем дальше. Так, здесь у нас вот 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 2 воздушные. Так, опять 3 столбика с накидом. 1 воздушная. Между элементами узора. Так, вот здесь вот 1 столбик с накидом, 2 воздушные. И сюда же еще 1 столбик с накидом. И 1 воздушная. Теперь вот сюда вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушные. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и три. То есть мы повторяем вот эту вот часть. Вот эту часть мы здесь повторяем. Опять 3 воздушные петельки и вяжем арочки. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. И раз, два, три. Так, у нас здесь 2 арочки на ананасе. Переходим сюда. Вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 2 воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом. Раз, два и три. 1 воздушная. И сюда опять столбик с накидом. 2 воздушные. И еще 1 столбик с накидом. Вот сюда опять 3 столбика с накидом вяжем. Раз, два и три. Три, 2 воздушные. Сюда же опять 3 столбика с накидом. И мы подходим к пройме. Теперь как мы на пройме вяжем? 1 воздушная петелька. И теперь здесь вот 3 столбика с накидом вяжем. 2, 3. Таким вот образом. 2 воздушные петельки. И сюда же 3 столбика с накидом. Два, 3. И 1 воздушная петля, и сразу переходим вот на этот узор. И 3 столбика с накидом. Раз, два, три. И дальше уже как мы вязали до этого. Опять сюда же 3 столбика с накидом и так далее. Дальше уже все повторяется.
Так, теперь вот давайте посмотрим, что у нас выходит. Так, вот это вот место будет вот с этой стороны. То же самое будете вязать, точно так же. Проймочку здесь опять так же, как и здесь будете вязать. И видите, у нас вот этот узор расширяется, значит, мы здесь будем сужать. Вот. В следующем ряду, я покажу в следующем ряду, как сузить это место, опять связать. В общем, вяжите также до конца ряда.